Приветствую вас, и поскольку мужчина активный и любвеобильный, это значит, что женщину он воспринимает исключительно как объект вожделения, но, скорее всего, не совсем как личность, а даже если как личность, то в общечеловеческом смысле мужчина воспринимает женщин не совсем хорошо, потому что это значит любвеобильный. Любвеобильный — это значит, что нуждающийся в большом количестве женского внимания. И нуждающийся в большом количестве женского внимания человек — это всегда подразумевает под собой определенные причины. Первая причина — это стремление самоутвердиться. И тогда это неуверенный в себе мужчина. И тогда, если вы поймете причину этого этой неуверенности в себе, то сможете помочь ему ее преодолеть, тем самым приобрести для него очень большое значение. Второй момент — это, собственно, понимание того, а вот чем эти девушки, которые есть у мужчин сейчас, да, которыми он общается, которыми проводит время, чем они общие, что их объединяет. И, собственно говоря, постараться дать ему то, что он в других девушках не видит. То есть отличиться от других девушек. Ну и если говорить творчество, то в первую очередь, я думаю, необходимо понять идею того творчества, которое есть у этих авторов. И, собственно говоря, исходя из этой идеи, уже ориентироваться на ценности мужчины. И если эти ценности вы разделяете в наиболее полном, буквальном, искреннем смысле, то это также подвигнет на то, что ваш образ такого человека заинтересует. То есть сама по себе девушка может быть любая. Активная, пассивная, скромная, нескромная. Это не столь важно здесь. Важно именно то, чтобы она отличалась от других. Возможно, не сразу там поддавалась на очарование мужчины. Возможно, вела себя с ним там сдержанно и так далее, чтобы он захотел ее завоевать, чтобы он почувствовал, что она не готова там отдаться ему сразу, да. Вот. Но она вела себя обособленно, чтобы человек увидел в ней личность, увидел в ней другого человека, интересного, глубокого, со своим внутренним миром и так далее. И чтобы цели и идеалы, которые у этого мужчины есть, эта девушка в общем смысле, в общих ключах, в общих чертах все же разделяла. И вот тогда такой образ имеет все шансы на то, чтобы заинтересовать данного человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Могу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.